Всем привет! Сегодня мы вместе рассмотрим дерматушь бренда Faberlic. Слышала, что был уже один вариант такой туши, но я ее не застала. Поэтому я вместе с вами впервые сегодня открою ее и протестирую на своих ресничках. Пришла она в такой картонной коробке, где есть вся информация по бренду, по названию. Также есть QR-код и где создавалась тушь. Срок годности, информация про сам товар, номер этого товара, чтобы мы могли его найти на сайте, состав и дата упаковки. Партия, номер, все есть. Посмотрим, что нам обещает бренд. Мгновение, вау, удлинение и лифтинг эффект. Безупречная стойкость на весь день в любую погоду. Смывается с ресниц чулочками, теплой водой 38 градусов. Так, экстра черный оттенок. Срок годности 3 года. И выпадает нам вот такая вот красивая упаковка туши. Легкий пластик, продолговатый. И держится легко также на руках. То есть не сильно скользит, но при этом не матовая. Так, из-за того, что он немножечко гладкий, открывается чуть с трудом. И чуточку сложнее в первый раз, естественно, вытащить кисточку. Кисточка прямая, с щетиночками, как вы видите, длинными. Посмотрим, как она гнется. Не сильно. Краска черная. Проверим, как же наносится на самих ресницах. Купить ее можно в магазине Ason, Wildberries, ну и сопутствующие магазины. Также можно купить тушь на faberlic.com. Цена его 500 рублей. При этом, если у вас есть знакомый менеджер, тот, кто имеет уже скидку, то тушь вам обойдется в 300 рублей. Наносится легко. На краску, мне кажется, это никак не влияет, потому что у меня черные ресницы. И чернее их не сделать. Единственное, что можно увидеть, это наложение туши. Пока ничего не осыпается, тушь достаточно жирненькая, это видно по нанесению. Силиконовая щеточка хорошо обработала каждую ресничку. Удлинение все же присутствует, особенно оцените нижний ряд ресниц. В ближайшее время я выйду на улицу и смогу проверить уже после работы эту тушь. Ну и позднее смою и переключаюсь. Так, прошел весь день. Тест-драйв на воду, скорее всего, на слезы и на погоду. Тушь прошла. У меня вот даже следы от слез остались. Сейчас мы попробуем смыть тушь. Они остались такими же, какими были, когда я их только накрасила. Никаких комочков. Ничего нет. Проверим, как легко они смоются. Вот тот самый эффект, о котором я говорила. Осталось только собрать. Так, реснички уже практически чистые.